Флаг национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро понесет тайквандист Руслан Джапаров. Небесно-голубой стяг он получил из рук президента страны Нурсултана Назарбаева в Акурде. На главных спортивных стартах четырехлетия представлять нашу страну будет 101 атлет. В Рио-де-Жанейро казахстанцы выступят в 26 видах спорта из 38. На встречу с членами национальной сборной Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан сегодня имеет самый мощный спортивный потенциал за всю историю независимости страны. А итоги выступления на официальных предолимпийских стартах показывают, что мы сумели воспитать новую плеяду казахстанцев-спортсменов, показывающих достойные результаты, отметил президент. За 20 лет в истории спортивной славы нашей страны золотыми буквами вписаны имена 17 чемпионов Олимпийских игр. Мы знаем, насколько высоки заслуги наших олимпийцев в воспитании наших граждан, патриотизма, молодежи к здоровому образу жизни. Сегодня перед вами стоят задачи своими спортивными достижениями еще раз доказать всему миру потенциал нашего казахстанского спорта. Вы должны стремиться к тому, чтобы занять максимально высокое место в общекомандном зачете. Мы этого от вас ждем. Для вас созданы все необходимые условия для качественной подготовки к Олимпийским играм. Поэтому, надеюсь, та подготовка, которую вы прошли, занимались, готовили себя морально к этому, принесет свои результаты.